данном кабинете вы видите большое количество экранов. Это процедурные, где проводится эндоскопическое ультразвуковое исследование. Исследования, которые позволяют увидеть то, что не всегда видно врачам-эндоскопистам, и то, что зачастую очень сложно увидеть врачам ультразвуковой диагностики. Мы наблюдаем экраны ультразвукового процессора и эндоскопической стойки. Таким образом, наблюдая ультразвуковую картину, полученную посредством исследования расположения ультразвукового датчика в просвете желудка и 12-перстной кишки, мы имеем возможность четко визуализировать общий желчный проток паренхиму поджелудочной железы или увидеть внутристеночное образование в пищеводе, желудке и 12-перстной кишке. Исследование длительное, как правило, проводится под седацией, потому что требуется детальное изучение ультразвуковой картинки и совершенно абсолютно спокойного поведения пациента.